Снежные горы – не преграда. Машинист-погрузчика Виктор Хомутов более 30 лет разгребает сугробы. Работал на месторождениях. В 80-е расчищал зимник – единственную дорогу между Когалымом и Сургутом. После такого опыта уборка в городской черте особых сложностей не вызывает. Каждый год специалист очищает дворы и улицы от снега, сталкивается с одним и тем же. Сложно убирать? Как справляетесь? Ну, влажный снег, конечно, сложнее погрузчику убирать, потому что то с ковша не слетает, то машина плохо с кузова выходит. Сухой-то он быстро. А так нормально. Здесь уберем, там уберем. Ну, а что теперь сделать? Чтобы не было луж, надо его сейчас убрать. Работы более чем достаточно. Если в прошлом году с территории города всего было вывезено около 80 тысяч кубометров снега, то только за 2,5 месяца текущего цифра превышает 90 тысяч кубометров. Кроме нашего учреждения на сегодняшний день, да, в связи с обильными осадками и таким количеством снега, Лукойл Западная Сибирь, организация «Кедр», «Водоканал», «Концесском», «ЮТЭК», «УПТК», та техника, которая у них есть в наличии, так же само работает. Машинисты коммун спецавтотехники трудятся на дорогах, расширяют проезжую часть, формируя снежные валы. В приоритете кольцевые развязки. Во дворах работа тоже кипит, но поочередно, согласно графику. Здесь можно извалять десятки снеговиков, но на зимние забавы у жильцов дома по улице Дружбы народов 26 почти не остается времени, ведь уже завтра здесь будет работать спецтехника. Для того, чтобы уборка снега для машиниста-грейдера не стала настоящим испытанием, специалисты КСАТа просят жильцов убрать личные автомобили с парковочных мест. График спланирован. Управляющая компания заранее уведомляет об уборке. Кроме объявлений на подъездах, расписание можно найти на сайте администрации Когалыма. Уже сейчас опубликован план на апрель. Изменения возможны, но только из-за погодных условий. Кристина Скворцова, Алексей Николаев. Специально для новостей.